Надо скорее уходить. Он ранен. Ничего, покажи. Что-нибудь придумаем. Ясно? Можешь встать? Наверное. Давай я помогу. Нет. Нет-нет, брось ее. Она разбита. Давай. Нейт. Порядок. Да, шеф? Так, открывай дверь. Он не жилец, его надо оставить. Что? Нет! Открой дверь, Хлоя! Же всех убьют! Всем привет, с вами Brain First. Мы продолжаем играть в Uncharted 2. У нас 11 глава, и у нас проблемы с Джеффом, которого подстрелили, и всю вот эту вот самую 11 главу нам придется его на себе тащить. Использовать гранаты нельзя, использовать тяжелое оружие тоже нельзя. Мы двигаемся очень медленно, поэтому нужно быть очень и очень осторожным. Конечно, Хлоя хотела бы его оставить на месте, но наш Дрейк, он в беде не бросает никого, поэтому нам придется его тащить, правда, не очень долго, так что я думаю, мы справимся. Здесь довольно легко умереть из-за того, что на самом деле особо двигаться вы не можете, то есть если у вас закончатся патроны, вот допустим, как сейчас, то вам будет очень сложно отстреляться и куда-то уйти за угол или, допустим, перекатами быстренько убежать за укрытие. Это очень большой минус в этой главе, но я думаю, что мы справимся. Как обычно, бочки работают, поэтому можно, в принципе, пострелять в них. Но опять же, бочки расположены не на каждом шагу. Очень жаль. У меня закончились патроны, я буду надеяться, что сейчас Хлоя всех перестреляет. Отлично. Молодец, Хлоя. Молодец. Справилась со своей задачей. Ну же, Джек, держись. Все будет хорошо, Джек. Все хорошо. Не дрейф. Вот ты. О боже, что это за звук? О нет. Это же гребаный пулемет. Открой ворота. Осторожно! Елена! Как Елена пережила выстрел из гранатомета? Вот этого я не могу понять. Может быть, она какой-то сверхчеловек? Боже, Елена, дай мне пройти! Елена, дай мне... Елена стояла сзади и не дала мне просто пройти. Ну ладно. Мне не нужно было вперед, я хотел там за укрытие встать и подождать, пока можно будет отхиляться, но Елена сказала, нет, моя жирная задница не даст тебе пройти. Вы что, смеетесь? Давай, Дрейк, немножко остался. Уже конец главы. Да, приятель, хороший ты выбрал способ наладить со мной дружбу, а? Вот чёрт! Нормально. Можем спрыгнуть. Он нет. Он не сможет. У нас нет выбора. Не могу. Нейт. Давай, Джефф. Всё. Ты пытался. Не вышло. Дальше тащить нет смысла. Мы не можем бросить его умирать. Он уже все равно не жилец. Не уйдем, погибнем вместе с ним. Так иди. Да, тебя никто не держит. Хлоя. Я же пыталась спасти твою шкуру, идиот. Вот там! Хлоя? Вот сюда. Что это значит? Прости. Бросайте пушки. Я не шучу. Уведите ее. Она ранена. Отведите к поезду. Глазам не верю. Ты не умеешь вовремя остановиться. В этом мы с тобой похожи. Не скажи.
Так это и есть ваш Дрейк? Ты нес его всю дорогу от храма? Жаль. Нет! Нет, 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 нет. Ну, расскажи, что ты нашел в храме. Именно то, что тебе нужно. Ясно? Я знаю, где камень. Но ты его не найдешь без меня. Так что отпусти ее, а я приведу тебя к камню. Ага, журналистка. Моя тень, идущая за мной по пятам. Удержите, если он не врет. Обыскать. Ну-ка. Ты гений, приятель. Похоже, теперь тебе нечего предложить мне, Дрейк. Возвращайтесь к поезду, готовьтесь выдвигаться. Ты за мной. Ты убей их. Не вопрос. Как ты можешь работать на этого зверя? Лучше быть его другом, чем врагом. Что, убьешь нас, а? Просто хладнокровно пристрелишь. Сам ты как думаешь? Вставай! Вставай, говорю! Бежим! Сядьте! А Елена довольно смелая девушка. Ты как? Да! Вперед, вперед! Они совсем близко, Дэй! Сейчас нужно будет просто убежать. Это полегче, чем нести за собой Джеффа. Кстати, очень жаль его, что он действительно погиб. Но, знаете, когда вводят такую серую лошадку, понятно, что, скорее всего, эта самая серая лошадка погибнет. Ну, печально, печально, что с Джеффом так поступили. Лазаревич представляет из себя такого классического врага, который не ценит там людские жизни и идет только к своей цели, можно сказать, по трупам.